В нормальных странах, там, где люди ходят, там дорожки укладывают. А в нашей стране перекапывают дороги, накидывают землю, чтобы не лазили, где попало. Шо-шо? Выходить копать? Да. Не, я лучше дорожку новую положу. Положу, обязательно. А копать не буду. Не. Лучше дорожку новую положить один раз за всю жизнь. Угу. Не, ну собаки тут ни при чем. Да. Да. Это из-за того, что землю не копают, то собаки срут. Не. Я в 6 утра уже работаю. Да. Угу. Парадокс.